Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Богородицы и Девы Марии. Сегодня в нашем соборе выступает видный французский музыкант Франсис Видиль. С моей стороны будет неправильно назвать этого исполнителя просто органистом. Часто его называют «человек-оркестр». И именно сегодня вы услышите его игру не только на органе, но и на других инструментах, в частности на трубе. Он даже будет играть вместе, то есть одновременно будет играть на органе и трубе. Это будет большой парад импровизации на популярные музыкальные темы, в числе которых окажутся и мелодии известных произведений классики, и давно уже полюбившиеся в нашей стране песни французских шансонье. Дорогие друзья, попрошу всех вас отключить ваши мобильные телефоны, и если можно, сделать это прямо сейчас, перед концертом. Отключите, пожалуйста, ваши мобильные телефоны. Аплодировать во время концерта разрешается, но между произведениями, также помните об этом. Если кто-то из вас собирается фотографировать все происходящее в храме во время концерта, фотографировать разрешается, но без вспышки. И если вы размещаете фотографии в социальных сетях, будьте добры подписывать эти фотографии «Собор на Малой Грузинской». Это очень важно для нас. Ну и, конечно же, хотим пожелать прожить этот концерт, этот вечер в нашем соборе в атмосфере замечательной, прекрасной. Прожить этот вечер в любви, в радости, в улыбках с родными людьми, или если вы пришли одни, тоже с открытым сердцем. Сегодня для вас выступает почетный профессор Версальской консерватории, профессор консерватории Фрибура, Швейцария, консерватории Гаваны, Куба и музыкального факультета Университета Пенсильвании, Соединенные Штаты Америки, Франсис Видиль, орган, труба, Франция. Thank you.
Уважаемые дамы и господа, наш концерт окончен. Большая просьба остаться на своих местах. Наш исполнитель сейчас выйдет на поклон. Для вас выступал почетный профессор Версальской консерватории, профессор консерватории Фрибура в Швейцарии, консерватории Гаваны, Куба и музыкального факультета Университета Пенсильвании США Франсис Видиль. Франсис Видиль. Франсис Видиль. Дорогие друзья, пока наш исполнитель не ушел, есть возможность с нашим исполнителем сфотографироваться. Пожалуйста.